Всем привет, с вами Мишин Кирилл, и это 7-й выпуск онлайн-журнала Power Rangers News. В этом выпуске новый трейлер Динозаряда, дата выхода новых серий Динозаряда, Чиплин вернется в новых сезонах, адаптация Голубастеров все еще возможна, хаос в Дино-Суперзаряде, рейнджеры на Комик-Коне в Сан-Диего, продюсеры нового фильма Аморфина, кто же сыграет Золотого Рейнджера, описание с 9 по 13 серии Динозаряда, новая серия Динозаряда выйдет раньше запланированного в Латинской Америке. Перед началом Комик-Кона в Сан-Диего в сеть выложили новый официальный тизер Динозаряда, который почти полностью состоит из своих кадров. Теперь мы точно знаем, что в Динозаряде, помимо Золотого и Граффити Рейнджера, появится Фиолетовый Рейнджер мужского и женского пола. Также в тизере мы увидели почти всех рейнджеров в режиме Динодрайв. Фиолетовый Рейнджер вместе с Хранителем почему-то оказался на корабле Следжа, а Граффити Рейнджер атакует робота. Кстати, в Сентай-прототипе этой серии Граффити Рейнджера вообще нет, поэтому нас ждет большое количество оригинальных кадров. Все тайны нам раскроют уже с 29 августа, ведь именно тогда в США начнут показ новых серий Динозаряда. Во время ответов на вопросы фанатов продюсер и сценарист Динозаряда Чиплин просто намекнул на то, что он останется продюсером и сценаристом сериала. Также он сказал, что адаптация Голубастеров возможна, а вот вместо паровозиков он бы хотел взять нининджеров. Еще он пообещал самые лучшие серии в истории сериала в ближайшее время. На Комик-Коне в Сан-Диего была панель рейнджеров Динозаряда. Вот некоторые фото с панели рейнджеров и Никелодеон. Один злодей, два персонажа. В Дино-Суперзаряде будет новый главный злодей. Стало известно, что новозеландский актер Райан Картер озвучит персонажа Хэкл Снайт. Известно, что его персонаж появится в сериале неоднократно, и это натолкнуло фанатов на мысль, что он исполнит роль Хаоса в Дино-Суперзаряде. Кстати, Хаос был замечен в тизере Дино-Суперзаряда. Возможно, он заменит Следжа, а возможно, он станет одним из главных злодеев. Продюсером фильма «Сумерки», «Виноваты звезды», «Бегущие в лабиринте» и «Бумажные города» Марти Баун и Вик Готфри станут продюсерами нового фильма о могучих рейнджерах, премьера которого назначена 13 января 2017 года. Они присоединятся к Джону Фелдхаймеру, Неудержимому Рэмбо, Бренту О'Коннору, значит война, и Кэллисону Шермеру, Голодные игры. Дорогие друзья, встречайте золотого Динозаряда Рейнджера. Крис Редмор сыграет Ивана. Актер выложил в свой инстаграм фотографию и подписал ее тренировку золотого Рейнджера. У вас есть еще сомнения, что он будет золотым? Описание 9 серии Динозаряда, обновленное описание 10 серии и описание 11 и 13 серии. 9 серия. Когда логика бесполезна. Монстр Мейзов совместно с Фьюри удается захватить рейнджеров до тех пор, пока умозаключение Райли не позволяет их. Но задержка дает время Фьюри добраться до Птерозорда. 10 серия. Обновленное расписание. Королевские рейнджеры. Талер и Шелби переодеваются в принца и принцессу, чтобы найти золотой Энерджем в городе под названием Зандер. Фьюри пытается восстановить контроль над Птерозордом, заманив его в ловушку. 11 серия. Коды и рейнджеры сражаются, чтобы спасти высокомерного принца и золотой Энерджем. 12 серия. Рейнджеры должны продемонстрировать свою ценность новому союзнику, Золотому Рейнджеру, но они не могут найти в себе силу воли, ведь монстр Следжа украл их мужество. 13 серия. Веселое соперничество между Тайлером и Иваном становится проблемой, когда тот не дает остальным рейнджерам найти и обезвредить бомбу, оставленную Следжем. А вот латиноамериканский Cartoon Network вообще обещает показать новую серию Динозаряда раньше США на канале Cartoon Network 3 августа, а на канале Nickelodeon 10 августа. Оставайтесь с нами и следите за новостями. С вами был Мишин Кирилл. Power Rangers News специально для vk.com/PowerRangers_News.